привет! Конечно, выгляжу я не очень круто, но сегодня я буду снимать тег. Я художник, и первый вопрос, посещал ли я художественные школы или кружки по рисованию? Я не посещала никогда, потому что... Второе, какие у меня были оценки по ИЗО? У меня всегда было 5, и мне кажется... Блин, у кого не 5 по ИЗО? Третий вопрос. Если бы я выбирала между акварелью и гуашью, я бы выбрала гуашь, потому что гуашь моя самая любимая, и мне кажется, ей легче рисовать ее. Четвертое. Какие виды искусства я знаю? Никакие. Я вообще в этом не разбираюсь. Нарисую себя закрытыми глазами. Вот, у меня есть фломастеры, шапка, и все, я начинаю. Так. Все. Так, для начала я хочу взять какой-нибудь коричневый, черненький цвет и нарисовать мне... Стоп. Так. Контур. Вот такой красивый контур лица. Я рисую глаза. Так, кажется, черт, я себя мазнула. Нос. Я думаю, у меня получится красиво, хотя я уже знаю, что что-то тут не то. Ладно, фиг с ним. Дальше. Я хочу нарисовать себе губы красным. Надеюсь, вот. Это красный. Фуф, какой-нибудь малиновый. Такой вот. Нет, я хочу какой-нибудь такой вот. Коричневый. Вот. Надеюсь, это коричневый. Я не знаю, честно, это коричневый или нет. Но я думаю, что это коричневый. И я рисую себе волосы. Ауч. Фломастеры, убирайтесь отсюда. А, я опять себя познула. Вот это мои волосы. Коричневые у меня волосы. Ну, они вообще не коричневые, но пусть они будут коричневыми. Так. Так, каким цветом я рисую себе кофточку? У меня есть коричневые. Не знаю, если это другой цвет, ладно, пусть у меня будет такой цвет кофточки. Я хочу нарисовать себе видеокамеру. Вот, и Max Mini. Так. У меня такой экранчик. Штатив. Типа я снимаю. И здесь я напишу Азиза Грин. Азиза. Стоп. Кри. Ну, я, кажется, стол испачкала. Ладно, фиг с ним. Вот. Закрин. Я напишу такое сердечко. И опять сверху напишу Азиз. Грин. Сзади я все вот так закрашу. Все, я могу смотреть на свое произведение. О, господи, вы только посмотрите на это. Шестое. Если бы я был художником, я бы рисовал. Если бы я была художником, я бы рисовала людей. Не знаю, мне очень нравится рисовать людей. Каких художников я знаю? Леонардо да Винчи, мой самый любимый художник. И, походу, я его одного и знаю. Вообще, я знаю многих художников, но... Как-то они мне очень быстро... из головы вылетают, поэтому мой любимый Леонардо да Винчи, и, кстати, я его фанатка. Так, восьмое. Как ты считаешь, какая самая популярная картина? Мона Лизы. Самая популярная картина Мона Лизы. Я знаю, что не она, это точно. Но мне кажется, что самая популярная картина Мона Лизы, потому что она вообще везде есть. Девятое. Что ты думаешь о квадрате Малевича? Чего? Десятое. Если бы мне предложили рисовать пейзаж любого места в мире, я бы полетела рисовать... Я бы полетела рисовать пейзаж, скорее всего, Лондона или что-нибудь там связанное. Хотя я бы лучше рисовала свой город, где я живу, Алматы, потому что тут очень красивые горы и... Или на Каракол бы, ну, потому что реально очень красиво. Это из какого видеоблогера вышел бы хороший художник? Я не знаю. Вот честно, я не знаю. Мне кажется, хороший художник бы вышел из... Я не знаю, кто как рисует. Может быть, из Саши Спилберг.
не знаю. Либо Катя Клэп, ну, что-то такое вот. Так, я не знаю, как они там рисуют. Хотя, мне кажется, Соня есть. Поэтому все, всем пока.